теперь и подводим итоги матча, который состоялся на Кронгарине. Алматы, местный клуб, принимал гостей из Кокшетау. Хоккейный клуб «Орлан» пожаловал в гости. Это была первая встреча между этими командами из двух спаренных. Ну и так активно начали команды этот поединок. Поочередно атаковали ворота друг друга. Ну и первыми отличились кокшетауская команда. Очень скоро мы с вами посмотрим, как все это происходило. Ну, здесь было видно, как работал поте лица. Идет чемпец. Ну, тут такая небольшая потасовка перед воротами. Так, где-то поспорили ребята, но разошлись миром. Так, дальше разговоров дело не ушло. Это атака Орлана, мы смотрим, как она проходила. Здесь Ждановский бросал по воротам, попадает точно во вратаря. Но, в общем, не смог здесь забросить шайбу свою. Вот еще раз смотрим этот повтор. Здесь неплох был Абай Шарипов. Вот он, кстати, был на последнем рубеже своей команды. Бросок здесь с дальней дистанции поражает ворота Шулепов. Ну и это бросок, где уже Кабдуали забрасывает шайбу. Но так вот, несколько такой курьезный бросок получился, но шайба все-таки заходит. На самое начало второго периода. Ну и дальше уже случилось так, что, в общем, исключительно Алматы вели в этом поединке. У них получалось многое. У Орлана, ну так, не могли они похвастаться своими удачными моментами. Здесь вот Басько отдавал пас на партнера во всей красе. Вот тут работа Данила Чипца, который сегодня стоял на последнем рубеже. Ну и вот так она была заброшена. Еще одна шайба. Ну вот на ваших экранах шайба Айдукова. Ну и дальше мы еще посмотрим события третьего периода. В нем заброшено было целых 4 шайбы. Вот, обо всем по порядку. Давайте посмотрим, как все это происходило. Но пока вот мы смотрим еще второй период, самую его концовку. А здесь очень близок был к успеху Данил Басько. Неплохо бросал, но угодил точно во вратаря. Забирает Яковенко, уже в этот момент уже был в воротах. Ну и вот еще один такой бросок, где шайба оказывается в воротах. Анрусенко оформляет сегодня хет-трик в этом поединке. В общем, такой результативный у него получился этот день. В общем, принимает поздравления от своих товарищей по команде. В общем, хороши были Алматы в этом поединке. Много бросков. И в конце мы с вами посмотрим, сколько их все-таки в итоге было. Были у нас и удаления. Была игра в большинстве-меньшинстве. Но и в целом оформляет победу алматинский клуб. Ну и если нам режиссеры дают статистику, то давайте мы еще и статистику посмотрим. Если нет, то уж будем довольствоваться тем, что у нас есть. Ну что, друзья, спасибо всем за внимание. Завтра призываю всех посмотреть еще второй матч между этими командами. Но на сегодня все. Всего доброго. Пока. To ask, he's a smooth operator.